Когда я прошу людей предоставить документы, трудовая книжка, например, диплом образования, свидетельство о рождении детей, военный билет, свидетельство о заключении брака, многие не знают, как сделать их копии. Давайте я вам покажу. У нас всегда есть вот дома, есть вот такие фотографии. Да? Что мы можем делать? Мы можем достать оттуда стекло. Достаем стекло. И теперь смотрите. Вот у нас свидетельство о рождении. Ложим стекло. Делаем фотографию. Есть у нас трудовая книжка. Вот она. Ее многие пальцами закрывают. Я не вижу концов. Поэтому можно опять достать стекло. Положить. И спокойно делать фотографии, да, которые необходимы для консультации. И тогда мы можем сделать хорошее изображение. Видите? То есть с этим проблем не будет. То есть можно это делать. Угу. Если нужен там военский билет и так далее. То есть просто достаем, необходимую страницу открываем. Где нужно разворот 2 и 3. Просто прикладываем и фотографируем. Ну и, конечно, нужно, чтобы были видны фамилия, имя, отчество. Все. У всех у нас есть родные для нас фотографии. И в этих фотографиях есть обязательно стекло, которое поможет нам сделать хорошие, четкие фотографии всех документов, необходимые для